У Дніпрі 300 пенсіонерів встановили національний рекорд. Слухачі університету третього віку станцювали на фестивальному причалі, а потім утворили напис «Дніпро». Постановку готували близько 2 місяців. Найстаршій учасниці 85 років. Флешмоб зафіксували у Національному реєстрі рекордів України як наймасштабніший танець людей похилого віку. Получается так, что я старше тех женщин, которые рядышком со мной, но я не чувствую этого. Как-то я настроена на то, что я люблю двигаться, не люблю полной быть, и всю жизнь так как-то бегом-бегом вся работа моя. Университет третьего возраста является уникальным проектом, потому что это проект единственный в Украине такого рода. Тысячи людей золотого возраста, я так называю, не люблю говорить пенсионеров, имеют возможность не только пообщаться друг с другом, но в том числе и получить новые знания, изучить иностранные языки, компьютерную грамотность, потратить свое время свободно, с максимально возможной пользой.